они одинаковые. Они одинаковые, просто они обложки разные. Обложки разные. А, обложки, да, обложки разные. Так, да. Тогда, они одинаковые. Да. Если одинаковые. Одинаковые это, да. Может, кому отдадите? Вы детей еще должны приучать. В ответе вы за детей тоже. Ага, сейчас никто сам за себя. А вы должны молиться за них. Обязательно мать в ответе за детей. Да. Не научите, вы погибнете. Вы в ад пойдете. Да прямо, ага. Да-да-да. Все погибают. Ну все же умирают. Нет, обязательно. А. Там впереди. Там впереди вечность. Да-да. Там впереди вечность. Вечность. Только где мы будем? Как вот это от слово скажете, вечность. Вечность там. Ведь аж мы прямо это, живем. Вечно. Ага. Временно живем, да. Вечно. Сгнием мы будем там жить. Нет, это только у нас начало. Это поди старообрядцы, да? Человек состоит из... Ну, православный, но православный, православный. Ну, вот Покровский собор, да? Вот это. Вот это? Нет, нет, вот не старообрядцы. Какие старообрядцы? Нет, старообрядцы вообще ничего не сдают. Ну как это ничего не сдают? Да не сдают они. Не раздают, то уж точно. А, не да. раздают, вот в этом смысле. Да. Нет, книги-то у них издают. У них нет, просто есть, есть, есть у них. По улице? По улице нет. По улице нет. По улице нет, да. А вот так вот там вот где-то на этом распространяют. Видите, Господь так сказал, женщина. А, они вот все одинаковые, да? Да, да, это Евангелие от Иоанна. Они одинаковые? Одинаковые, да. Содержание одинаковое. На обложке разные. Нет, Евангелие, возьмите. Снимаете что-то? Да. Да. А, для истории, для примера, чтобы другие также подражать. Чтобы другие, чтобы видели, чтобы распространяли. Да, да, потому что нам дают именно, чтобы мы потом отчет еще давали. Ну, я сама. Ну и плюс, чтобы другим пример верующим показать. Чтобы даже как другие. Потому что человек без Евангелия, без Слова Божьего, он погибает душевно. Это надо распространять. Нет, я не так. Вот, я мусульманка. Но я читаю, а... Верить не верю. Ну как, ну читаю, конечно, я... Женщина... Вы верите, что Иисус Христос воскрес? Ну вот это одно. Вы сами-то Бога-то видели? Если Он воскрес, то... Бог воскрес, есть Дух, Он невидим для нас. Не видим? Да. Ну, как... Он всюду, можно, всю везде наполняет. Можно тому, что надо, чего вы не видите. А, то, ну, потому что... а Иисус Христос приходил, это же Бог, Сын Божий. Да. Да. Вы его видели? Вы его сами? А зачем нам видеть? Мы верующие, поймите, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Мы верим. И как мы что просим, то получаем. Ну вот заповедь не прелюбодействует, знаете? А я, вот, есть книга, но я ее... Ну и то есть. Не читаю. Поэтому... Ну там у меня есть такая. Но заповедь не прелюбодействует. Слышали такое? Да, 10 этих. 10 заповедей. Не убей, не убей, не прелюбодействуй. Что такое прелюбодеяние? Знаете? Ну мы не пьем. Не знаете, когда жена мужа изменяет, а муж жене, да, это прелюбодеяние. Ну это было когда, теперь уже. Ну вы каетесь? Вы каетесь, что тогда делать? Не каетесь? Сейчас вот в стороне поступили. Правильно надо было давно. Ну а вам нравится? Вы что-то не замужем? Шумят вдова, да? Ну а вам нравилось, когда он вам изменял? Ну хорошо. Нет, конечно. А как сами изменять, так это ничего страшного. А это же обиду человека наносит. Мы такие, мы все люди. Поэтому вам же не нравилось. Ну, не нравилось, а потом... Даже верующие. Потом смирилась, вот, да? Смирилась, куда деваться, да? Я сама. Нет, все равно. А вот Господь вот не хочет, чтобы... Он хочет, чтобы мы любили друг друга, не изменяли. Он такой заповедь нам дал. Бог есть любовь. Он говорит, не изменяйте друг друга. Это же хороший Бог. Все я понимаю, но вот... Ну так вот, не украсть, сад, 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 тоже. Нет, сад есть, не раз, огород большой. Вот сад есть. Воровать не брать. Нельзя свидетельствовать. Ну и ну раз, солдешь что-нибудь, да? Вот это заповедь. Ну, вам нравится, когда вам врут? Да. Нет. Нет. Вот и Господь тоже так говорит. Вот тебе не нравится, что другим врешь, а тебе врут, а сама врешь. Это же несправедливо. Так и ты не ври. Есть такое правило в Евангелии написано. Хотите, чтобы с вами поступали? Так вы поступаете с ними. Ну вот видите, вот я говорю, это не то. Это же справедливый закон, божественный, чтобы мы жили в любви, согласии. Все понимаю. Ну вот, как-то в голову вот это. Люди более возлюбили тьму, нежели свет. У меня, знаете, у меня есть знакомый вот Давид, но они старообрядцы. И вы знаете, я с ним это, во всем так. Да,
Да, ну, тоже столько. Не дорого, но я не каждый раз. Ай! Да, раздавали. Ай! Ну все, слава Богу за все. Сегодня очередной воскресный день. Мы вышли на раздачу Евангелия. Вон брат Сергей ходит там. О, сестра Валентина тоже раздает Евангелие. Тело, ладно, Бог с ним. А вот душа когда погибает, я все, я призвал. Вы знаете, он все от меня отрезал, говорит. Иди, ты возьми свой крест, иди. Но не все такие нормальные. Они все, малое стадо, спасибо. Нет, все до ума такое, что осознание. Теряется. Если вы сейчас креста призовете к себе, у вас тоже пройдет. Только я, надо поверить. Я, в принципе, из парковки же полезли. Поверите, не так спокойно, но все равно же вас кто не нравится. А вы представляете, вот Ветхий Завет почитайте, в каком мире они жили. Там слово за слово, сразу зуб по зубу, там сразу судили на месте. То есть зуб выдал, зуб выдал, все. Значит, у тебя какое-то право есть, можно там суд отдать. Право как раз у нас было, когда-то раз право. А сейчас у нас нет. А сейчас нет. Сейчас мафия у власти, его нет права. Самое главное, наша душа. Спасен, мы все равно умирать будем. Душевное время. Мы же в любом умирать случае, хоть в каком возрасте. Мы все идем к смерти. А смерть это что, плата за грех? Так, смерть, плата за грех. Мы же все равно умирать будем. А вот далее что? Это смерть, я считаю. Ведь именно для этого смерти мы все помогли. От Адама мы умрем по грехе, от Адама, от Рождества. А вот от Адама, от рождения Адама, Ева согрешила. Нет человека, который бесконечно жил. Даже и самый святой. Адам должен был бесконечно жить. Но они согрешили. И мы теперь в грехе, в первородном грехе. Все, и пока мы креста не будем. Бесконечно не будет, поверьте. Ну, как вы думаете, сейчас вы умерли, и все прошло. И ваша душа открывает. И все, и там. Я не верю. Хорошо. Интересно, вот цели-то не беспокоит. А вот душа. Она же порой, смотрите, душа болит. Душа такая, я живу, она живет. Вот смотрите, вот душа у вас заболела. Сможет хоть один врач вашей душе помочь? Не сможет.
она, вот видите, она должна быть. Поэтому вот, ваш взгляд, я читаю много чего интересного. Там есть сайт, просто на сайт зайдите, вам понравится, даже сайт, если у вас вашего возраста, моего возраста, ничего не сплачу, если вас спрашивают, там правда, честное слово, потихоньку описать личную жизнь. Поэтому тут мини-то может не видеть, но вы читайте и зайдите. Самое главное, Евангелие, откройте, что там сказано. Потому что Евангелие это есть свет. Христос Бог. Поэтому с Богом.